Всем привет, ребята, с вами Кин и человек, который уничтожил сегодня своих соперников, Марик Джан. Как ты, родной? Марик Джан! Да хорошо все, конечно, я рад, что мы выиграли, на самом деле. Сложная игра, ну, было сложно, но я считаю, мы... Эта игра была такой вникающий в турнир игра, поэтому нормально. Я рад, что мы сыграли много раундов. В принципе, мы и на мажор начинали также на 16-14 против ПН, да, если помнишь. Да, поэтому да. Нормально, я рад, и просто надо... Считаю, разминка такая хорошая перед Гамбит. Ну, как долетели, все нормально? У вас тот же самый отель, как я помню? Да, тот же самый отель, только питание чуть-чуть хуже, да. Угу. Сейчас сделали не как на мажоре. А так вообще все то же самое, единственное, да, студии в другом месте сейчас. Да, круто. Кто не знает, ребят, у ребят сейчас проходит турнир IM Winter в городе Стокгольм, в том же самом отеле. Ребята играют в группе B. Сегодня вы играли против команды ENS. Кстати, еще чуть не забыл. Я не смог полететь на этот турнир. Меня заменяет Андрей. Это менеджер команды. Так что я вот посмотрел первый влог. Там вы в комментарии писали, где Кин, верните Кина. Ребята, у меня не получилось. Так что в комментариях, пожалуйста, не кричите. У нас такая же реакция была. Да. Где атлет? Где атлет, да. У меня не получилось. Да. Ну, я попросил Андрея, да. Я попросил Андрея, чтобы он меня заменил. Не хватает твоего вот этого вайба, понял? Я как раз вот перед тем, как мы вот это будем записывать, я посмотрел ТикТок ПП. Советую всем посмотреть. Там ТикТок есть, где атлет с Дастаном разговаривает. Насчет английского? Это имба, да, вообще? Да, это супер было. Ну, что я хотел, что я тебя позвал? Мы будем снимать обзоры. Помнишь, мы на мажоре снимали? Такой же формат. Я тебе буду скидывать видосы, ты будешь комментировать. Вы играли против команды ENS, карту Ancient. Я на самом деле полюбил эту карту после мажора. И я... Хорошая? Да, хорошая карта. Я на самом деле не удивился, когда его пикнули. Ну да, тут я троих убил с СЗ-шки. Тут... вы поняли, да, как я убил? Вообще, на самом деле, там щель, там видно, как залезает чел туда наверх. Ах, какой ты хитрый, блин. Ну да, а ты думал. Ну, второй там просто дуэль, ничего такого. И тут Тима важный хедшот даст, который, по сути, решил раунд. То есть мои два килла, на самом деле, у них с баем есть шансы 3-5, да? Но из-за того, что Тима убивает уже третьего, им очень сложно. Уже... 2-5 по сравнению с 3-5 очень сложно выиграть. Ну да. А что, новая мета какая-то с ЦЗ играть? Ну сейчас же Дигл понерфили в упор, да? То есть она в упор раньше двух убивала, сейчас, ну прям, она на средней дистанции, да, убивала с двух. Ага. А сейчас понерфили, из-за этого ЦЗ сейчас, да, топчик. Сейчас больше ЦЗ-шка играет, чем с Дигл на самом деле. Ну еще карта такая, да, Эншина, где все близко, ну, там именно средняя, вот эта позиция, средняя дистанция. У нас называется вот эта сало позиция. Поэтому как бы там именно на этом споте ЦЗ прям роляет. Да, пушка вообще. Сильный, да, такой. Ну да, вы отдали первый раунд, второй раунд в классике, не знаю, классический такой стиль наш, забирать форсы, да? Я молодцы. На самом деле мы запросили из-за того, что арморы засейвили. А, да? Так бы, ну да, там же два армора Женя и Жека засейвили, поэтому так получилось. Ну да, потом подряд забрали три раунда, потом они начали за терв забирать, они начали ходить на А. Ну мы просто, на самом деле, мы знали, что они, мы знали все, что они делают, всю к этой сторону. Типа мы, на самом деле, не заморачивались, мы знали, что если... Мы там 8-7 сыграли, либо сколько, ну, сколько-то там за стороны. Вообще карты КТ-шные, по идее. Но мы знали, что неважно, сколько раундов мы отдадим за... КТ? За КТ, да, что мы можем спокойно за теров их закрыть. Да. Вы, кстати, с ними последний раз играли на ESL Pro League, помнишь, это легендарный камбэк на Dusty 2? Последний раз мы тогда? Да, последний раз, да, с ними играли. Да, я помню, 15-3 камбэк. Ну, все, кто это посмотреть, видос на Ютубе очень хорошо сделанный, такой очень атмосферный видос с 15-3 камбэком, тимспиком, поэтому советую посмотреть. А, вот этот раунд я помню. Ты так третьего красиво. На самом деле там на второго жестко было, но не показали. Третий еще, ладно, такой дефолтный был. Ну, короче, я помню этот раунд.
Хейтс. Хейтс убивает на А, и Дота убивает меня в сотке. На самом деле я знал, что он в сотке. Я думал, что я ты понимал, останешься. Сотки, но я понимал, что я красный. То есть, у меня 16 хп, меня в любом случае будут проверять мидл, и у меня мало шансов убить. В принципе. Если я пойду в сотку, зарандомлю, то есть я рандомил. Если бы в сотке никого не было бы, я бы прокрался, правильно? Если в сотке кто-то есть, значит Б чистый, мои заходят, ставят бомбу, и это 2 в 2 ретейк. То есть в любом случае это хорошие шансы, и я на самом деле просто рандомил. По поводу выхода Т-шки, кто там выходил, Женя? Леха, да, выходил. Это, наверное, он на инфу, да, вышел? Тоже. Ну, они дрались на меде, минус 3 на меде, и, может быть, плюс там Дуча умер на меде, который опорник. И Леха просто не сыграл от того, что Хейт стоит не на Б, а на А. И, может быть, даже когда я 9 убил, он подумал, что это как раз Ашер, понял? И сразу решил сыграть реакцию. Поэтому, ну, это такое решение по игре нормально, в принципе. И если я не ошибаюсь, мы потом 2 в 2 не доиграли. Ну да, выкинули молик, и Дота он рискнул, побежал в этот молик и поймал Тиму. Да. Ну, на самом деле, это 2 в 2 такое мы должны были забирать, я считаю. Ну и Жека тоже, с другой стороны, не читал этого игрока, снайпера, Хейтса со спины. Потому что он так долго ушел. Там никто не читал. Да, никто не читал, ну, да. Никто не понимал, что он так пойдет. Поэтому, на самом деле, я считаю, Жека должен был забрать КТ-проход. Угу. А Тима уже мог делать... Ну, потому что Савика намного проще там было бы забирать, а Тима уже мог делать вообще что угодно, по идее. Да, пройти в светлое или куда там... Ну, или... Ты что, наше название знаешь? Я не пойму. Извините, я... Я всегда с вами, я этот Эншет видел на мажоре, наверное, раз 15. Я там все знаю. Эншета много. Да. Хорошо, и вот... А потом люди все говорят, как вы Эншета ставили. Вы же всем проигрывали на мажоре. На самом деле... Люди уже не понимают, что мы проигрывали первые две игры на мажоре на Энченте. Спирит мы проиграли, Спирит, Фейзам и Маузам мы проиграли. Три игры мы проиграли, но потом выиграли Фейз за выход на важной игре. И выиграли Хероик в четвертьфинале на Энченте. У вас, кстати, статистика за последние 3 месяца, у вас сейчас 3-4 идет. 3 победы, 4 поражения. Да, поэтому люди, которые говорят, что типа Эншент у нас слабая карта, у нас нет слабых карт. Мы на всех картах можем выиграть любого. А ух, какие будет слова. Поэтому интересно, на самом деле, против Гамбит. Какие будут карты, да. Там будет БО3, я тоже жду этот матч. Может быть, даже Инферно будет. Которого обычно не бывает. Ну да, все возможно. Они тоже подготовятся. Так, 14-13. Что тут там? Это Жека поймал Спинкса. Они вот тут красиво зашли. Это был асплит, как я понял. Это... Я не буду разъяснять, заготовка это или не заготовка, но я могу сказать, что мы просто очень хорошие игроки, которые подстраиваются под определенных врагов. Но на самом деле мы играем в то же самое время и в свою игру, и поэтому... Просто так получилось, что Жека нашел энтрифраг, мы понимали, что это игрок медла, Спинкса убили, и понимали, что можно рвать А, порвали А, выиграли, и все. В принципе, тут просто чистый и хороший раунд от нас. Да? Кажется, нашли энтри, доиграли, все. Молодцы, потом у вас были допы, на допах вы... На самом деле вы могли закрыть 3-0. Там второй раунд. Да, на допах мы, типа, даже то, что мы не закрыли там не 16-14 или 16-13, сколько, мы понимали, что на допах у них нет шансов, в любом случае. Ну да. Как бы отчасти это из-за того, что, во-первых, у них ингейм-лидер заболел, и они играют со стендином. То есть им, чем дольше матч, тем это невыгоднее, на самом деле. Тем сложнее, да. Да, поэтому... Все было в наших руках с самого начала, и, в принципе, из наших рук это не выходило. Кстати, красиво у тебя это на кровати. Кровать, да, это в такой японском стиле, такой «Аригато тотогеймас». Я же анимешник, и специально себе такую кровать выбрал. Тема анимешник. Да, конечно, это круто. Аниме — это сила, на самом деле. Это, кстати, в мире доказанный
факт. Недавно проводили исследования по концентрации людей, которые смотрят мультфильмы, аниме и анимированные разные сериалы, что у них уровень концентрации на 200% больше. Но это работает только на КС. Интересные новости от тебя я услышал. Круто. Сейчас какие планы у тебя? У ребят вообще? Отдыхать будет? Не, какая отдыхать? У нас игра завтра. Сейчас пахать будем, работать. Ясненько. Ладно, спасибо тебе, брат, что уделил время. Я был рад с тобой поговорить. Хоть и не вживую, но хотя бы на камеру. Что ты хочешь передать фанатам нашим? Следите за нашими успехами на Winter. Завтра будет интересная игра против Гамбит, поэтому советуем ее всем смотреть. И подписывайтесь на наши социальные сети. На наш канал. Да, на канал YouTube. И на Женю, нашего нового игрока КС-состава, подпишитесь в Инстаграме, а то он там маленький вообще. Все, супер. Флит Йо у него. Флит Йо, через единичку, через две. Угу, все понятно. Да. Ладно, все, ясненько, все, спасибо, можешь идти. Спасибо тебе, брат. Давай, обнял.